Приветствую. Ездил тут с хорошим знакомым в маленькую крепость Розебург. Там вот такая интересная стена внутри. Как всегда, нету доступа, конечно, непонятная. По крайней мере, я ничего подобного не встречал, не видел, не знаю, что это такое. По виду выглядит как темное оплавленное стекло. Может быть, как оплавленная керамика, но подтеков нету. В общем, она вот такая вся структура у нее блестит, хотя в пыли тут вот паутины висят. В общем, она в пыли, и все равно фонариком светишь на нее, она блестит. И тут ни одного потека я не увидел, даже они вот местами вроде как вверх идут, не знаю. Но на вид, честно скажу, реальное стекло. В общем, я сколько смог рассмотрел, от пола до потолка. И влево, вот сколько я там мог увидеть, ну еще, наверное, может, пару метров, не больше. К сожалению, немножко от увиденного сразу какие-то мысли пошли и не стал дальше рассматривать. Хотя надо было еще посмотреть, покрутиться тут. В общем, ладно, я покажу там дверь, там можно, в принципе, было лучше заглянуть. Ну, может быть, когда-нибудь еще буду там и заскочу специально, попробую нормальные фотографии сделать. По поводу бетона тут... Римский бетон, по-моему, там в конце 18 века был, там еще какой-то Портланд цемент какой-то 1800 какого-то там 24-го что ли, то римский пишут. В общем, по-разному забиваешь, всегда разные даты выдает Википедия. Ладно, много очень бетона, камень, известняк и кирпич красный. Походила по нему, посмотрел. Декоративные пушечки стоят. В общем, видео материала получилось немало, хоть крепость и небольшая, но тем не менее, думаю, придется все-таки 2-3 видео делать, чтобы сильно не затягивать. Стараюсь сейчас быстро пробежаться. Здесь вот здесь видим окно вниз. В общем, я понимаю, что там подвалов очень много, в которые нету доступа. На горе находится, поэтому, скорее всего, подозреваю, и с другой стороны я там делал снимки, видно, что там очень много чего интересного. Вот под ним, тут внизу, везде вокруг походил, позаглядывал. Вот эта дверь, где я заглянул, к сожалению, немножко я поспешил идти оттуда. Здесь снизу, я не знаю, почему я не заметил, невнимательно, в общем, посмотрел. Можно тут и руки засунуть вместе с фонариком, и, в общем, хорошо можно было все снять. Ну ладно, придется еще раз туда как-то заехать. Крепость небольшая, но подозреваю, там очень много подземелья все-таки. Мне так, по крайней мере, очень кажется. Посмотрите, там дальше я буду еще видео делать именно об этой крепости, и там будет как бы более понятнее. Здесь вот тут у знакомого хорошего моего друга получилась фотография шикарная с отражением. Поймал он как раз, не было ветерка, полный штиль такой получился. С отражением, красивая, говоря, фотография. Ну, парк, конечно, там красивый. Есть много чего интересного, но когда смотришь на все, как-то немножко все странно. По поводу бетона, вот я говорил, вот эти вот фигуры, они, скорее всего, из старого бетона. Здесь мы видим уже более новый бетон, много где используется. Какие-то вот вроде статуи похожи на старые. Вернее, подставки какие-то. Здесь, возможно, что-то еще на них находилось, какие-нибудь вазы или фигуры, не знаю. Фигур очень много стоит. Насколько они старые, понятия не имею. В общем, читать по Википедии как-то уже все неубедительно. Вот здесь тоже вся платформа, вот эта бетонная, видно, что она, скорее всего, из свежего бетона такой. В общем, уже, наверное, не знаю, когда предыдущие делали, когда вот эти подставки тоже похожи как под колонны. Похоже, что старые. Вот эти вот вазы здесь сверху. Вот эти вот статуи, не знаю, с какого-то они песка светлого, интересного. Я там одно видео делал и подносил камеру специально очень близко. Это будет где-нибудь, наверное, скорее всего, в следующем видео. Не знаю, в каком. Одно еще будет или два. Такой светлый песок какой-то. Ну, тут я везде пытался все заглядывать. Так, кирпичи все-таки у нас где-то примерно... По Википедии середина 19 века начали станком производиться. Здесь я заглядывал, этот замок вроде как 17 века.
И нигде я не нашел кирпичей, чтобы их в форме делали. В общем, все кирпичи станочные. Туда заглядывал вовнутрь. Еще там были места, где я заглядывал, умудрился заглянуть. И вот здесь вот все из бетона. Вот тут камин, все открыто, вроде как терраса сделана. И здесь камин. Для чего здесь камин, я представления не имею. Вот эта дверь тоже закрыта. Возможно, она куда-нибудь вниз ведет, не знаю. Много чего. Везде, в общем, все закрыто. Ну, здесь четко просматривается вот уже такой новый бетон. Возможно, его тот старый бетон подновляли новым. Здесь вот камни известняка, не знаю. Возможно, для декорации их туда воткнули. Понятия не имею. Вот здесь бетон, здесь вот камни известняка. Такая тоже вот фигура. Подобная вот. Выглядит как песок какой-то. Бетона очень много, везде бетон. И что интересно, в старом бетоне, сейчас я, по-моему, дойду, здесь, по-моему, была фотография. Ну, и, скорее всего, уже новодельные. Вот эти, возможно, вот подставочки старенькие. Ну, не знаю, ничего на них не стоит. Вот тут тоже новый бетон, кирпич, шуба. В общем, шубы много тоже использовались. Скорее всего, при Дадаире было такое время, модно было использовать шубу. Помню, у нас корпус такой был красивый, его шубой залили, страшный стал такой серый. Вот такая вот фигня получается. Потом она со временем вот так отваливаться начинает. Просто неприятно смотреть. Ну, кирпичи вот здесь тоже. Здесь вот все перемешку. Вот шубу мы видим, потом вот бетонная, скорее всего. Кирпичи. Вот по этим кирпичам уже сложно сказать, точеные они с формы. Нет, хотя вот здесь, если посмотреть, видно, что очень гладкий. Не знаю, возможно, из формы какой-нибудь очень гладкой. Вот эти, скорее всего, фигурки. Тоже из формы. Вот это вот обжженное что-то, и голова отвалилась когда-то. Отбили или отвалилась, не знаю. Ну вот, бетон. Дело в том, что рядом речки нету. Вот здесь колонны такие тоже, возможно, старые. Много очень бетона. Ну, камни в виде вроде как под полигональную кладку использовали. Много где там таких мест. И вот этот вот бетон, я там будет где-то ходил, снимал его специально, трогал, ключом тыкал и пальцами. Где-то он сыпется, где-то он очень твердый, вообще даже железом, то есть вот, поцарапать практически невозможно. Очень много гальки, окатыши, вот такое ощущение, что с берега реки или с реки брали, или с моря. Но реки-то рядом нету, вот в чем дело. Хотя по бетону, тот, который не царапается, он выглядит такой, как очень твердый. В Германии есть такая жидкость, я, к сожалению, уже давно не пользовался этим, не помню, как называется. Старый бетон, когда начинает сыпаться, и или побрызгаешь, или там кисточкой обработаешь этой жидкостью, то он становится как новый, совершенно. Не сыпется потом его, ничего с ним не сделаешь. Вот это тоже подобно, вот, как песок, непонятно, фигура. Похоже на старую. Вот это вот, скорее всего, гипс, он даже арматурины торчат, и шуба вокруг везде позаливали. Ну, сейчас еще добавлю немножко видео, чтобы сильно не растягивать, посмотрю, насколько. И продолжение еще будет. Всем приятного просмотра. Приехали посмотреть тут Розебург. Глянем, что тут интересненького найдем. Будем поглядеть сейчас. Небольшая типа крепость, то ли замок, немцы хитрые. Называют, даже не поймешь. Хотят, назовут крепостью, хотят, назовут замком. Посмотрим. Надеюсь, мы что-нибудь увидим интересненькое сегодня здесь. Сейчас посмотрим все со всех сторон. О, я уже вижу арки заделанные. Сейчас покажу.
что там было? Вот одна. Вот другая огромная. Так, пойдем чуть-чуть дальше. С этой стороны посмотрим. О, тут глубоко. Мостик-то на приличной высоте. Это что такое? Больница или что это за отверстие? Или непонятное. Непонятное какое-то отверстие. Больница. Вроде да, вроде нет. Ой, дождик начался. Скорее всего. Нет, с башенки. Куда еще? Все в паутинах. Ничего не видно. Ну все. Заштукатурено, к сожалению. Ну, в общем, ничего так прикольное. Посмотрим. Вход какой-то. Сейчас глянем сюда. Столики. Сливы черепичные. Так, вон туда мы еще сходим, посмотрим. Там вижу какая-то башня. Торчит. Но это попозже. Там вход есть, нет? Какие-то декоративные пушечки поставили. Вот с этих точно можно стрелять. Явно железные такие. И даже ядра сваренные в кучку. Еще одна пушечка. Миниатюрная на замке. Так, входа нету. К сожалению, вижу, что ручки нету. О, какой ветер здесь. Ну, вот на такой высоте сейчас мы примерно. Тут слив такой прикольный. Ну, вот дверь вижу какая-то маленькая, замурованная, арочная. А, не переделанная. Дверь есть, но входу нету. Вот это куда у нас ведет, интересно. Ой, как заглянуть туда хочется. Ничего не видно. К сожалению, ничего не видно, даже если я фонариком посвечу. Вряд ли что я там увижу. Но, как говорится, попытка не пытка. Сейчас мы попробуем. Ой, как
какие-то стены там странные, интересные. Так, видно, не видно будет. Сейчас я попробую снять это. Как вопрос только это снять все. Что-то непонятное. Какие-то они как керамические там. Что это такое? Как керамика. Интересно. Блин, как туда заглянуть-то? Что это? Так, стоп. Сейчас наведусь вот так. Во. Не, приблизить надо. Вон. Я надеюсь, потом сам это увижу. Они кого-то керамические такие. Посмотрите, какие интересные. Просто жесть. Чем как облиты. Керамическим, что ли. Непонятно чем. Ладно. Просто офигеть, какая интересная вещь закрытая. Так, это куда у нас? Ага, это сюда идет. Где я как раз снизу был. Сейчас посмотрим, что тут. Ага, дверь. Наверняка закрыта. Что-то я больше чем уверен, она закрыта. Да, там паутины висят. Так, это башенька, куда я спускался и с нее выглядывал. Вот она, такая небольшая, интересненькая. Так, вниз пока не пойду, пойду дальше.